Сегодня и в российской, и в международной инфосфере мы сталкиваемся с огромным количеством легенд и страшилок, связанных с химией. Химия стала вызывать опасения, расцвел иррациональный страх перед всем химическим. Однако настоящие истории, рассказывающие об открытии новых веществ, обнаружении их полезных свойств, гораздо интереснее любых вымыслов. Так утверждает университетский химик Аркадий Курамшин, который презентовал свою новую книгу 14 сентября. Познакомившись с данной литературой, можно не только всерьез и надолго заинтересоваться химией, но и сделать так, чтобы все больше и больше людей перестали воспринимать эту науку как что-то опасное. Но каждое вещество оно замечательно по-своему. То есть, ну, это, конечно, аллегория, некоторая аллюзия на известную замечательную серию «Жизнь замечательных людей», которую каждый из вас, наверное, читал. Естественно, что за каждым замечательным веществом стоит не менее замечательный человек, иногда помного. По словам ученого, чтобы вникнуть в смысл написанного в «Жизни замечательных веществ», не обязательно углубляться в предмет химии. Достаточно обладать базовыми школьными знаниями. В настоящее время данную книгу можно приобрести в интернет-магазинах, а также в крупных книжных сетях Казани, куда в скором времени поступит дополнительный тираж. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз.